Так, а теперь заброшенное здание почты. Напротив админ здания, где мы только сейчас были. Так, что мы посмотрим, что тут осталось живых. Куча телеков. Люстра висит. Кто-то разбивал телеки. Все. Люстра, на, Паша, тебе. О, чинарик. А, слышишь? Кузовская рада. Откуда это такое? Видишь, телевизоры валяются? Да. Это же с корпусов телеки. Ну, они платы поразбирали и поздавали. Ого, тут решетка, нифига себе. Тут можно бункер сделать. Так а это знаешь, для чего комната и была. Это должен быть бабки тут лежали. Смотри, вентилятор, вытяжка, вентилятор стырили. Этот. Статор украли, ротор остался. О, пруд. С ценными этими было, документами, деньгами, посылками. Тогда как все заармировано. Да ты что? Здесь проволочку, наверное, тут. Пойдет там соль вырезала. Ну, теперь понятно, что у нас телевизор, и понял с этого. С корпусов. Да, с корпусов. Уехали. Уехал. О, сейф, смотри. Да ну нахуй. Сейф, ага. Сейф. А в сейф мы. А мы не видим сейф, кстати. Ну видно немного. Да. Ну, в стену впечатано, его, наверное, было проблематично достать. Еще один телевизор. Еще одна комнатка. Подвал непонятный. Ну, золото было. Ничего интересного тут нет. Зато хоть не видели телевизора. Да то есть. Да, сейф хороший. Толщина такая. Так слышь, они болгаркой вырезали. Они. Болгарка электрическая отрезали двери. А, ты ж суки, блин. Тут какое-то вообще помещение с плиткой. Сука, как пиздец, ты шо? Кабеля заходят. Выход кабеля. А, слышишь, побалированный. Мне в такой гаражик бы, слышишь, смотри, какой гаражик хороший. Там узковатый будет, ну по высоте ничего так. Ну еще узковатый пойдет. Надо только перенести осталось. Паня, даже вот такой. Вот такой, да, вот такой гаражик бы, да. Вот это бы, да. Ну ничего, я бы не топил бы. Так, поехали мы дальше, на другую локацию, посмотрим, что еще мы найдем.